Непогода в Казахстане. По всей северной и центральной части республики сегодня вновь закрыты трассы. Метель добавила снега к тому, что выпал ранее. Коммунальные службы не справляются. В нескольких городах отменили занятия в школах. То ли еще будет. Людмила Батюшкина о ситуации и прогнозах синоптиков. Слушайте, у меня вопрос. Для чего около Акимата гребут лесенки, когда все абсолютно дороги заметены? Здесь стоит техника, да по всему городу коллапсы. Машины стоят вплотную. Караганец с утра стояли в пробках дольше обычного. За ночь дороги, расчищенные с неимоверными усилиями после прошлого бурана, опять замело. На окраинах города коммунальщики не успели добраться даже до тротуаров. Теперь все начинать сначала. Хорошо, что температура ниже, поэтому снег менее плотный, говорят в Акимате. Автобусы не ходят, трасса закрыта, люди не могут никуда уехать. Так что сегодня жизнь в Топаре остановилась. Жители городов-спутников не смогли приехать на работу или учебу в Караганды. Трассы закрыты по всем направлениям. Самые большие скопления машин образовались на трассе Алматы-Екатеринбург возле Темирзау и Осакаровки. За ночь спасатели вызволили из сугробов 40 человек, 29 граждан Монголии разместили в пунктах обогрева. Погодные условия пока еще сохраняются такие. Необходимо жителям нашей области, также водителям, ограничить выезд населенных пунктов. Но если уже выехали, находиться в пунктах обогрева и дожидаться улучшения погоды. Отменены занятия в Караганды, Нур-Султане, Кустанае. В столице полиция рекомендует пересесть с личного на общественный транспорт и не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать уборочной технике. Буран продержится до утра. На следующей неделе синоптики ждут еще одну волну непогоды. Кому туда? Вот пусть спецовку кинет и выйдет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Будьте в курсе событий, происходящих в нашей стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте включить колокольчик, чтобы первыми увидеть все самое важное.